Только сейчас знаменитая Кракерина Воронетти и ее ученые друзья. Филь, ты не знаешь, что это за Кракерина такая? Не знаю. Может, артистка какая и иностранная. Привет! Кар-кар-кар, интересно. Каркушечка, привет. Ты не знаешь, вот кто такая вот эта вот? Кракерина Воронетти. А? Ну, конечно, знаю. Кто же не знает Кракерину Воронетти? Это же знаменитая дрессировщица. Ну да. Ну, и мы сможем увидеть ее выступление? Сможете. Ура! Только сначала надо все-все приготовить. Я тут кое-какой реквизит принесла. Надо его проверить. Че принесла-то? Реквизит. Ну, это необходимые дрессировщику вещи. Ух ты! Прямо настоящий цирк. Итак, давайте опробуем реквизит. Ну-ка, Степашка, прыгни на эту тумбу. Сейчас. И оп! Ну как? Крепко? Ничего. А вон та. Ну, это ничего. Обе крепкие, друзей Кракерины выдержат. Нет, надо еще проверить, Степашка. Я больше не хочу. А если я тебе конфетку дам? Ну, если конфетку. Ой, молодец, Степашка. Ну, теперь ты отдохни, а ты, Филя, Филь! Чего? Филя, а ты перепрыгни через вон ту палочку. Через вот эту? А зачем? Ну, надо проверить высоту, а то вдруг неудобно. Высоко или низко? Ну, надо так надо. И раз, и два, и оп! Ой! Ой, ну я же не могу проверить. Ой, я же не ученый друг Кракерины. Ой, ну, а ты попробуй еще раз, а хочешь, я тебе конфетку дам, а? А? Ну-ка, держи. Ага, спасибо. Ну, давай, вперед, Филя. Эх, была не была. Оп. Ой. Ой, получилось, Каркуш! Вот видишь! Нормальная высота! Все не так уж и трудно. Теперь нам осталось самое последнее – прыгнуть через обруч. Только надо по очереди. Сначала Филя, потом Степашка. Через обруч? Это как львы и тигры, да? Вот именно. Ну, Филя, алле. О, давай. И раз. Опа. И раз. Отлично. О, интересно. И с какими-то такими друзьями приедет к нам Кракерина Воронетти? Да это же вы, мои друзья, ученые. А я знаменитая Кракерина Воронетти. О, ты нас разыграла? Ты, значит, из нас? Зверей дрессированных сделала, да? 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 Разве не интересно было? Ведь у нас получился настоящий цирковой номер. И чего? Мы можем теперь выступать в цирке. Ура! Ну, разве что в цирке. Вот именно. Но представление еще не кончено. Всем смотреть вперед. Ну, нет. Ни за какие ковришки больше тебя слушаться не буду. Ошибаешься, Филя. Потому что сейчас мультфильм.
Всем смотреть вперед. Алле! Жак, и нос твой красен, душа должна быть молода. Ах, Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да, конечно! Да! Болезнь смех и не опасен, врачует сердце он всегда. Ах, Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да, конечно, да! Свет цирковых огней прекрасен, он не тускнеет никогда. Ах, Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да, конечно! Да! Что за кулисами делают сыщики? Пожарные за кулисами охраняют цирк от огня. Бомбина, покажи сыщикам, где у нас огнетушители. Они тебя схватят, как только представление закончится. А что же мне делать? Пока не знаю. А сколько у нас шариков? 4. А может быть, только 3. Я знаю, что надо делать. Значит, решено. Решено. Нам пора на выход. Фунтик, пошли. Дорогие зрители, вы видите, эта катка пуста. Прошу убедиться. А теперь Фунтик наполнит катку опилками и опустит в нее апельсиновое зернышко. Фунтик, полей зернышко водой. Просто хватай и беги. Госпожа Белладонна? Да, это я, хрюкающий разбойник неблагодарный. Эх ты, поросенок! Позвольте. Не позволю. Простите. Не прощу. Ловите его! Вперед, в атаку! Этот шарик последний. Фунтик, держи! Надувательство! Они надули шарик! Я не обманщик! Это все Белладонна! У поросят есть домик! А все ваши деньги Белладонна забирала себе! Какие деньги? Какие деньги? Клевещник! Не верьте Белладонне! Обходите стороной ее магазин! Караул! Он разорил меня! Хватай поросенка! Разъявы!
мухи! Ну что ты загрустил, Фунтик? Не жаль уезжать от тебя. Мы сюда еще вернемся. Честно-честно. Честно-честно. Ну, вот теперь все, да. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Спокойной ночи, друзья. Кар-кар-кар. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться и ей пожелать.